давайте третью посмотрим. Аркедос. Я думаю, что Фризмаг все-таки должен быть неплохой план. Так, ну опять же, мужик 07, ребята, ответ на все вопросы. Все, ответ на все вопросы пришел. Интересно, чем геройка отличается? Заценим. Так, на поле бой статуи, ну так же, как в нормале. А, не так же, как в нормале. Видите, 0.5-0.2. Так, ну пока рано, рано еще. Пока еще рано. Да, сегодня снова турнир, начнется в 8 часов, поэтому я поскорее прохожу. Как пройду, выключу стрим, и мы начнем с вами. Ой. 1-4-8-8, мы трогов призывать не бросим. Да, пульдобрось для трогов. Надо чистить. Слава Гримлоку. Гримлоку слава. Спасибо, Гринч. Тут да, мало кто знает такой Гримлок. У нас, давайте, не особо есть чего, надо будет отдать Талноса просто так. Вау, он 6 к броне получает, а как мы убивать-то будем, а? Как мы будем убивать-то такого армориста? 20 брони у чувака. Ну, надежда, что Таурисан сможет постоять на столе. Знаю, по-моему, это надежда тает. Зачем-то Талнос убил. Карт мало, если Таурисан будет стоять на столе, то надо ставить Таурисаном. Если не будет, надо копить комбу. Но я надеюсь, что Таурисан просто простоит на столе. Оно сейчас не убьет прямо этот ход. Если Таурисана сможем защитить, тогда все будет хорошо. Будем брать карты, там, ауешить, все это фризить. Лишь бы жил Таурисан. Правильно, больше карт. Мы изготов. Воу, 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 воу! Нужен фриз, ребята. Нужен фриз. Любой фриз. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот фриз. Так, каждый раз, когда укладывается случайно карта, за каждое заклинание сыграно в этом ходу. Ну давай. Конечно, пока еще не очень много спулов. Карты охотника себе положим. Заодно будем броню ему снимать. Кольцо льда, дружок. Шляпа? Шляпа? Вот это шляпа. Пала шляпа. Давай шляпу. Лёс я положили, нормально. Так, надо еще уеху искать. То есть там братва разминируется, а мы еще не готовы. А мы еще не в одном глазу. Нет! Блин, он даже Таурисана нам не запорол. Даже шляпу запорол. А уехта пришла. А счастья все равно нет. Льва что ли поставить? Давай льва поставим. Блин, Таурисанечка, у меня на тебя были все надежды и упования. Ну, Вальва зашафлил. Черт. Он ворует мои карты, ребята. Десфрост подписался 6 месяцев. О боже, Десфрост подписался. Спасибо тебе, Десфрост. Нам броню-то ему прохерачить. Так, чтобы самому не поехать. На следующий ход у меня есть Алекстраза и Нова. Лицо кинул. Наркоман, что ли? Те сколько? 30? 30? 30?
Так, у меня есть 8, 11, 14, 18, 19, а у него 29. Кажется, у кого-то поехала из блок. У кого-то поехала из блок, друзья. Дед Банзай подписался 2 раза. Спасибо тебе, Банзай, за подписку. Может, он дефнится, слушай? Может, против него обороняться нужно? Как-то он дровится очень активно. Нужно декнуть, но для этого нужно выжить. Какую-нибудь молнию сделает, и все, и приехали. Семь. Какой турнир и будет ли стрим турнира? Харстон чемпион лига, стрим будет, да. Браты, ты столько навалил. Да куда столько, братвы, чувак? Ну хорош. Горошочек не вари, у меня что-то, видишь, АУЕ нет. Петушки-то не резиновые, как видишь, но это секрет какой-то. Ну, посчитаем, что ты секрет. Как будто бы ты секрет. Блин, все в хп как-то стрёмно. Нет! 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 А, он себя превратил. Он сейчас себя превратит и сходит в атаку на 3. Он мог уже великана все превратить. Так, ну хорошо. Не летал пока. Мне нужно сейчас отдать секретчика, да? Да? Нужно отдать. Глупцы. Блок. Есть. Блок, хорошо. Мы отдаем тебя. Нет, мы не отдаем тебя. Мы тебя не отдаем. Дракон будет жить. Все, у нас есть блок, у нас есть фаербол, у нас есть все, что нужно. Мы выиграем. Да кому ваши секреты нужны, друзья, кроме вас самих? Все, победили. Еще одну сабу не пропустил, которую 2 месяца писал Дэнни Саймонс. А, ребята, да, пропустил. Прости меня, Дэнни Саймонс, я тебя проглядел, к сожалению. Спасибо тебе за подписку. Где ты там? Да, не увидел. Сражался изо всех сил и вот ничего не увидел. И Банзай, но Банзай я сказал привет. Ой, стой, он секрет поставил. А, ну это секрет, который убивает лишнее существо. Ху-ху-ху-ху, говорит тетка. Он мог бы меня, кстати, убить. Ну смотри, новый секрет анимации. Смотри, лазером сейчас в глаз. Пиш, как в Звездных войнах. Классная анимация, мне нравится. Секрет говно, анимация классная. На тебе, пес Аркедос, героич. Победа, победа! Фух, ну первый, конечно, трудно мне дался, трудно дался. Там просто надо было сразу на деку с оружием садиться. И получите мужика 0.7 сдавать. Старту руку. Так, ну что, друзья, я хочу вам сказать. На этом сегодня наш обычный стрим заканчивается. Через примерно час на стриме. Сейчас я дам ссылку. На канале Storm Studio.ru.